В селе Богоявление Дальнеконстантиновского района зал такого уровня единственный. Еще месяц небольшим назад он находился в настолько ветхом состоянии, что заниматься здесь было небезопасно. Отремонтировали объект в рамках специальной программы. У нас по программе «Детский спорт» партийная программа идет с 2016 года. В 2016 году 26 школ, спортивных залов в школах. В 2017 году 21 школа. Планируется отремонтировать спортивные залы, оборудовать инвентарем, которого недостаточно. Для того, чтобы дети имели возможность в нормальных условиях, в общем, заниматься спортом. Подрядчики ударными темпами и с должным качеством поменяли все. Пол, баскетбольные щиты, окна. Отштукатурили, покрасили, укрепили здание снаружи. Дети занимают зал с утра до обеда. Тут учатся в одну смену. Но он не простаивает и после того, как ученики разойдутся по домам. Самое главное, что на сегодняшний день здесь занимаются не только дети, да, вот тут. Во время учебного процесса, в вечернее время, но также организованы как бы спортивные занятия для взрослого населения по вечерам. Баскетбол, волейбол, футбол, гимнастика и легкая атлетика. Сразу несколько спортивных секций разместились здесь. Богоявленские школьники формируют традиционно сильные даже на региональном уровне команды. И теперь для их тренировок куда более достойные условия. Я считаю, что занятия в новом отремонтированном спортивном зале помогут нашим ребятам достичь еще больше спортивных результатов, одержать еще больше спортивных побед. Родители нам очень хорошо помогали, поддерживали во всем.